чё творим, бро? Меня зовут царь Кионис. И бро, сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. И Суприм Банда, вы просто не поверите, что сегодня мы собираемся сделать. Уже давно я обещал купить в Даркнете доступ ко всем скрытым видеокамерам мира. Это могут быть такие камеры, как на улице, в доме, веб-камера в макбуке и даже фронтальная камера в телефоне. Мы сможем наблюдать практически за всеми людьми в мире, это же полная жесть. И стоит это целых 4000 долларов, это очень дорого. Именно поэтому, Банда, я надеюсь на вашу поддержку. Чтобы поставить лайк под этим видео. Так что давайте на это видео наберем 2000 лайков. И тогда в Даркнете я куплю настоящего ребенка. Только вдумайтесь в это, Даркнет доставит нам ребенка или же полноценного младенца. Это будет полная жесть, Банда, именно поэтому скорее ставь лайк. А также не забывай смотреть в описании, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь со всеми вами. И также иногда там я выкладываю секретную информацию про Даркнет. Именно поэтому чекай описание, а мы тем временем приступаем к покупке скрытых камер с Даркнета. Погнали! Что ж, Банда, надеюсь, вы готовы, потому что я уже перевел оплату за эти скрытые камеры в Даркнете. И после того, как я это сделал, мне скинули какую-то странную подозрительную ссылку. Давайте же сейчас вместе с вами перейдем по этой ссылке и посмотрим, что там находится. Итак, Банда, я перехожу и просто посмотри, что это! Здесь куча скрытых камер, ты же тоже это видишь! Что вижу? Это просто жесть, Банда, скорее всего, что все это я зацензурю. Потому что не хочу спалить какую-то ненужную информацию, которую нельзя показать. Этот сайт называется «Темные камеры». Довольно загадочное название. Смотрите веб-камеры на свой страх и риск. Это просто жесть. Что же здесь такого страшного мы можем увидеть? Итак, как я вижу, мы можем здесь поменять порядочность видео. Сейчас у меня выбрано самым высоким рейтингом. Давайте же выберем самые просматриваемые. Очень интересно, что мы там посмотрим. Итак, я выбрал и пока что ничего не вижу. О, посмотри, что это? О, господи, просто посмотрите. Спальня ребенка, камера 1022. Она находится в Флориде, США. Окей, давайте зайдем посмотрим, что там есть. Это очень странно, неужели кто-то будет наблюдать за ребенком? Не знаю, но эта камера реальности здесь. Давайте же глянем. Итак, здесь просто обычная комната. Посмотри, ребенок! О, черт, он веселится, он просто играется. О, господи, он какой-то прям слишком нервный, бьет диван. И посмотри, что он делает. Это такая жесть, Банда. Я просто не могу поверить, что мы прямо сейчас наблюдали за маленьким ребенком. Это ненормально, следить за ребенком. Да, я с тобой полностью согласен. Именно поэтому давайте уже выйдем, посмотрим, что там еще есть. Посмотри, девушка в душе. О, черт, реально. Она находится в Нью-Йорке, в США также. Давайте зайдем, посмотрим, что там есть. Хотя, Банда, это полностью ненормально. Но давайте посмотрим. Как-то аккуратно, чтобы этого точно никто не узнал. Итак, это просто обычная камера. И здесь тушь. Неужели кто-то реально принимает тушь? И прямо за ним мы можем наблюдать. Ой. Посмотри, кто-то выходит. О, черт, что происходит? Это такая жесть, Банда. О, господи, это же девушка. Вы видите это? Это просто жесть, я думаю, не должны за этим наблюдать, это очень опасно и криминально. Ужас. Это такая жесть, в Даркнете реально можно найти все, что угодно. Я бы уже с удовольствием выключил это все, но давайте просмотрим, что там еще есть. А представь, если за ней наблюдают маньяки, она даже не знает об этом. Да, это просто ужасно, Банда. Именно поэтому давайте просто выйдем с этого стрима, больше не будем никогда за этим смотреть. Это реально полная жесть. Здесь есть камера каннибала. Она номер 7 по всему рейтингу мира. Это очень странно, Банда. Окей, давайте посмотрим, что там. Это вроде бы обычный дом. Я ничего не вижу здесь такого ужасного. Нету даже никаких вещей каннибала. О, господи, ну довольно криповый дом. Я никогда таких не видел ранее. Похоже, что много людей наблюдают за этим стримом. Он в топ-7 всего мира. Да, это ужасно. Получается, что маньякам с Даркнета нравится наблюдать за всем ненормальным. О, посмотри, кто-то выходит. О, черт, неужели это каннибал? Просто посмотрите на него. Он так странно выглядит в каком-то костюме, еще в этой маске. Да. Это просто жесть.
О, посмотри! Он явно от кого-то прячется! Он так странно заглядывает в окна и просто закрыл дверь! Теперь он включил свет и куда-то уходит! Это очень странно! Если какой-то человек смотрит в окно, это еще и так за шторкой! У него явно какое-то темное прошлое, которого он явно боится! Он закрывается полностью! О, Банда, это полная жесть! Неужели мы сейчас увидим то, чего явно не должны видеть? Не знаю, что он собирается делать, но название этого стрима говорит само за себя! Что если мы увидим, как каннибал ест человека? Это же полная жесть! Может, не все таки плохо, это просто актер, который так зарабатывает деньги! Не знаю, но выглядит это реально крипово! Он в таком костюме, да и целый дом снять, это очень дорого! Я не думаю, что это актер, да еще в Даркнете в топ-7 мира! Было бы страшно оказаться на таком стриме. Да, да еще и в виде жертвы. Это реально полная жесть. Итак, он куда-то выходит какой-то подвал. О, господи, это уже жутко. Интересно, что он собирается делать дальше. Он собирается войти в одну из этих комнат. Я вижу здесь 3 двери. Посмотри, он реально туда входит. Да. Черт, что же там будет, Банда? Я так переживаю. Пока что ничего не видно. Он такой высокий, посмотри, да, он как под потолок, его где-то 2 метра. Что это за комната вся в пленке? Господи. Да это просто жесть, какой-то люк. Господи, что происходит, Банда, я переживаю. Что он делает? Господи. Там черный мешок, вы видите это? Это не то, что я думаю, да? Не знаю, там похоже труп, Банда. Это такая жесть, только посмотрите, что он делает. Он вытаскивает труп с этой кладовой. Да, это просто жесть, посмотрите, что он делает. Я просто не верю своим глазам, Банда, это реально ужасно. О, господи, да это же реальный труп в мешке, еще перемотанный скотчем. Это такая жесть, я просто в шоке. Все так замотано пленкой, и он сам в костюме, все так стерильно. Да, наверное, это сделано для того, чтобы на его коже не нашли ДНК трупа. Да. Потому что иначе все эти убийства очень быстро раскроют. Итак, тем временем, пока мы говорили, он просто куда-то уходит. Он вышел с этой кладовки, ты видишь? Да, вижу. Это такая жесть, что же он собирается дальше делать? Он так близко к камере, Банда, это просто жесть. Окей, что это? Какой-то чулан, ты видишь? Здесь какие-то закрутки. Это похоже на яблоки или что это? Это очень странно, Банда, пока что не понимаю, что происходит. С одной стороны был труп, а теперь просто какие-то закрутки. Зачем ему вся эта еда, если он каннибал, он же ест людей? Возможно, он готовит мясо людей с этой картошкой или яблоками, не знаю, что это. О, это хорошая мысль. Что если это как добавка в блюдо с человеческого мяса? Это же реально жутко. Просто посмотри, как он рассматривает. Это такая жесть, он явно ненормальный. И мы прямо сейчас так близко видим его лицо. Это такая жесть, Банда, я просто не могу поверить то, что вижу. О, посмотри, что это? Господи. Это же нож, зачем ему нож? Это очень странно, нет, просто пожалуйста. Посмотрите, какой он огромный. Это реально уже какая-то жесть. Я не знаю, что он собирается с ним делать, но мне прям не по себе. У меня мурашки, похоже, бегают. Окей, он покидает эту кладовку и уходит с этим ножом. Это такая жесть, я просто не могу в это поверить. Это очень странно, ненормально. Человек ходит с ножом, когда у него дома труп. Погоди, он зашел в комнату с трупом. Что он собирается делать? Что он делает? О, господи, что он делает? Неужели он собирается? О, господи, что происходит? Нет, пожалуйста, не надо. О, черт. О, черт, это просто жесть, вы видели это? Он проткнул труп в мешке. Это такая жесть, я просто не могу в это поверить. Это реально жутко и ужасно, отвратительно. Зачем мы вообще это смотрим? Это же ненормально. Просто жесть, Банда, я не понимаю, что происходит, мне реально ж не по себе от всего этого. Он просто отрезал мясо с этого трупа, вы видите это? Это же полная жесть, он просто выходит. О, черт, неужели он собирается его приготовить? Это такая жесть, Банда, я вам напоминаю, что это идет все в прямом эфире. Мы в прямом эфире наблюдаем за всем этим, потому что это скрытые камеры. Это такая жесть, он отнес ее на кухню, правда? Он промывает мясо, это просто жесть, вы видите это? Это же совсем ненормально. Я просто не могу во все это поверить, Банда. Но что он собирается делать с тем трупом? Неужели он просто его выбросит? Или же продолжит готовить еду? И посмотрите, он возвращается к нему обратно. Это такая жесть, что он с ним сделает?
Он просто накипается и берет его! Он собирается его куда-то отнести! Просто выкинуть, что ли? Не знаю, это очень странно! Господи, что же происходит? Вся эта комната реально стрёмная, такая вся в пленке! Да. Наверное, чтобы не было даже слышно запаха трупа, только представьте, как он воняет тухлятиной! Это жесть! Он его вытаскивает, ты видишь это? Неужели он так просто выбросит его на улицу? Это же ненормально, его так быстро найдут. Он тащит его к входной двери, ты видишь? Да, вижу. О, господи, неужели он его выбросит? Хотя нет, затаскивает какой-то чулан или что? Это туалет! О, господи, неужели он хочет его помыть или что? Это ненормально, банда, я просто в шоке. Я видела в фильме, как избавляются от трупов, но чтобы... Душ? Зачем? Я не понимаю. Я тоже не знаю, это очень странно. Тем не менее, просто продолжаем за ним наблюдать. О, господи, он так еще утрамбовывает. Да. Фу, просто отвратительно, банда. Но что он собирается с ним делать? Он просто его так оставит или что, он уходит? Это как-то нелогически даже выглядит, что происходит, банда. Он бы мог просто засыпать хлоркой этот труп, и его никто бы никогда не нашел. Да. Или же просто сжечь. Я Зачем слышала, все так усложнять, банда? Окей, куда он уходит? Это еще один чулан, и просто посмотрите, что здесь. Здесь стиралка. Это стирательная комната, он находится в Америке, там это нормально. Точнее, в Канаде, а не в Америке, там это нормально. И посмотри, он что-то достает. Так. Какой-то порошок или что это? На хлорку это не похоже, что это такое? Это жидкость. Я не понимаю, банда, что происходит, зачем ему вообще моющее средство? Он будет его мыть? Я не знаю, но это очень странно. Зачем ему мыть труп, если он уже отрезал из него мясо и собирается его съесть? Как-то нелогически он работает, этот каннибал. Но посмотрите, он куда-то уходит. О, он идет к этому трупу, он уже в душе. И что он собирается с ним делать? Неужели просто помыть, постирать или что? О, господи, что происходит? О, посмотри, он дымит! Неужели его просто разъедать? Что это? Это химия! Я не понимаю, просто посмотрите, он как он избавляется от трупа! Эта жидкость разъедает этот труп, это же ужасно! Если он так и ранее избавлялся от трупов, то понятно, что их никто никогда не находил, потому что от них просто ничего не оставалось. А даже если что-то оставалось, то он просто это смывал в канализации и все. А вон там какая? Да, я представляю, когда мы покупали пиранью с Даркнета, и там было мясо маленького мальчика, оно жутко воняло на всю квартиру и на весь дом, даже соседи приходили жаловаться. Мы же, понятное дело, не могли им ничего сказать и просто говорили, что испортилось мясо. Но там прям было мясо человека, маленького мальчика. Посмотри, он моет это мясо. Это такая жесть, он собирается его приготовить, вы видите это? Это же реально ненормально. Я просто в шоке, банда, что вообще происходит? Он его разрезает, собирается его пожарить, чтобы съесть. Это такая жесть. А что если он это мясо продает в ресторане под видом свинины? Его едят обычные люди, это же ужасно. Господи, банда, я просто в шоке от того, что мы сегодня увидели. Это ненормально. Он так усердно его режет. Это такая жесть, банда. Особенно, когда знаешь, что это мясо настоящего человека. О, черт, я просто в шоке. Зачем мы вообще над этим наблюдаем? Это же ужасно. Да, представь, он заманивает человека в ловушку, а потом его убивает, чтобы съесть. Это просто ужасно, банда. Мне не по себе от всего этого. Я реально в шоке, вы слышите эти теории? Это же ужасно. Посмотри, у него всует банку, ты видишь это? Да. Неужели тогда в той подсовке это было мясо человека, а не картофель или же яблоки? Это уже были ранее убитые люди, их мясо! Это же полная жесть, просто посмотрите, что он делает, это отвратительно! Я просто не могу в это поверить, это полная жесть! Я в шоке, банда, это уже окончательный бред, Даркнет реально небезопасный для всех! Посмотри, он достает кастрюлю! О, господи, он собирается его приготовить, это мясо! Это же ужасно, банда! Просто посмотрите, что он делает, это полная жесть! Он включает плиту, он реально собирается его поджарить! Это такая жесть, банда, мне просто не по себе! Это отвратительно, я просто в шоке! Он реально его жарит, вы видите это? Это такая жесть! Я просто больше не буду это смотреть! Нужно срочно позвонить полицию и рассказать им обо всем, что мы увидели! Тем не менее, банда, вот коммент из-за прошлого видео! Просто внесите шикарные идеальные комментарии! А просим, вдруг ты хоть по следующее видео, всего лишь ты можешь допустить за ниже, нажать колокольчик и все, протяженное видео! Лайк, кулак, какое-то видео, бандит! И помни одно, оставайся либо шикарным! Пока!